Соревнования прошли на базе спортивного комплекса «Космос». В турнире приняли участие 250 спортсменов из разных районов Новосибирской области и города Омска. Максимальный вес для юношей допускался до 60 килограммов, а у девушек максимум мог доходить до 46. Из рук первого заместителя главы администрации района Вячеслава Горшкова двум самбистам были вручены значки кандидатов в мастера спорта. По итогам турнира в каждой весовой категории определились свои победители. Самым юным участником стала серебряный призер соревнований Тимофей Одинец.